Всем привет, доброе утро. Сегодня пятница, но это видео, наверное, выйдет чуть-чуть попозже. Я вышла на небольшую прогулочку, вот так я выгляжу. Хочу немножко прогуляться, у нас сегодня выходной, так пусто. Машин практически нету, людей нету, такая благодать. Сейчас зашла, у нас есть, ну, такой русско-украинский, узбекский ресторан, и там вся наша еда. Я заказала себе салатик под шубой и блинчики с творогом со сметаной, что-то мне как-то так захотелось. Ну, женщины поймут, почему захотелось. Сейчас вам еще покажу Бурдж-Халифу. Так, тут у нас какая-то стройка, наверное, очередной какой-то дом или отель строят. И Бурдж-Халифа. Утренняя в лучах солнышка. Я хотела прийти вчера сюда в обеднее время покушать какой-то супчик. У них есть классный суп с лапшой с курицей. Шурма, по-моему, называется. И борщ у них здесь есть. Короче, много чего есть. И окрошка. Вот. Но вчера немножко я была уставшая, поэтому осталась дома. Съела гречку с салатом. Сейчас готовится, я прогуляюсь, вот с вами пообщаюсь, и потом пойду. У меня будет такой завтрак-обед, наверное. Я дома кофе, конечно, выпила. Два печенька съела маленьких. Так, я взяла себе водичку, уже возвращаюсь обратно. Называется My Dubai, холодненькая, стоит 1 дирхам. Вот сюда вставляете копеечку, нажимаете любую кнопку и готово. Здесь еще у нас станция для яхт и лодок, но, честно говоря, я еще не видела, чтобы отсюда отправлялись на круизы. Ну, такие мини-круизы по каналу. Здесь у нас карта, вот где я нахожусь. Здесь тоже очень красиво вечером, кстати. Здесь все яхты находятся и с видом на Даунтаун и Бурдж-Халифу. Тоже классно здесь гулять. Вот сверху показана карта всего Дубая. И кружочком обведено, где мы. Бизнес Бэй канал. Так, очень я бы хотела попасть вот сюда. Это все острова мира. Но там только один остров, по-моему, Ливан открыт для посещения. Всего интересного. Ну, а я иду кушать свой бранч. То ли завтрак, то ли обед. Вот такое вот местечко, здесь скромный интерьер, дизайн, но очень вкусно, хорошие цены. И птичка на улице. Идите, идите, не стесняйтесь, я вас не буду снимать. Это только салатик для ютуба. Ого, здесь такая порция приличненькая. Ага, ну, спасибо. Птичка, ты разговариваешь или нет, а? Скажи что-то. Все? Привет. Привет. Так, здесь у них есть внутри и вечером. Ну, конечно, вечером здесь побольше народу. Ну все, буду сейчас кушать свою шубку. Еще мне принесли блинчики с творогом. Сейчас наемся. Так, здесь у нас ставят такие вот большие кондиционеры, если жарко. Я села снаружи, погодка прикольненькая. Всем приветик. Я отработала свое утро. Сейчас нахожусь в Забиль Ladies Club. Сейчас пока женщин нету, могу немножко вам вот снять. Такой у нас вход здесь. Большой такой фонтанчик. Сейчас вам покажу. Так, ну а я жду машинку с бензином, потому что у меня закончился бензин. Еле доехала
до работы. Что-то я как-то немножко не рассчитала. У нас есть специальное приложение на телефон. Туда можно ввести локацию, машину, соответственно. Нужно открыть танк, где заправляется бензин. И все, они указывают время, когда они приезжают. Сразу с карточки можно проплатить полностью за бензин. Можно тоже выбрать, какой бензин вам нужно. Ну, я где-то около часа, конечно, ждала. Вот. Но не думаю, что я бы заехала на заправку. Сегодня у нас день флага UAE. Я в Инстаграме уже запостила фоточку классненькую на фоне флажков на Кайт-Бич. Вот. И сейчас жду машину с бензином. Потом поеду на закупы. И вечером у меня уже тоже есть планы. Вот такая красивая здесь территория. Парковочных мест много. Здесь я учу свои классы для женщин. Так, все, мне уже позвонили. Вот он въезжает. Ну, там разрешение нужно спросить, потому что это только женский клуб. И они боятся въезжать вовнутрь. Вот, ну, мужчин сюда пускают, просто не вовнутрь. Вот такая вот машинка с бензином. Я, кстати, впервые пользуюсь этой услугой. И самой очень интересно, как это все выглядит. Сейчас будет нас заправлять. Видите, у них здесь написано, что сделать, что нужно скачать приложение и потом пользоваться. Так, оставят такие знаки.